Накануне региональной недели 24 сентября текущего года мы рассмотрели и поддержали очень важную законодательную инициативу в первом чтении. Законопроект вносит изменения в статью 16 федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части ее розничной реализации при организации общественного питания в объектах, которые располагаются в многоквартирных домах или же на прилегающей к ним территории. Высказать свое мнение мы предложили нашим гражданам, избирателям. Для этого депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия» вместе с представителями-активистами «Молодой гвардии», вместе с представителями-активистами проекта «Трезвая Россия» занимались мониторингом общественного мнения, был организован сбор подписей в поддержку данной инициативы, проходило и до сих пор проходит анкетирование граждан в различных уголках нашей страны. На сегодняшний момент собрано более 100 тысяч подписей в поддержку представленного законопроекта. И 95% опрошенных подтверждают категорическое решение по ограничению деятельности так называемых наливаек. В рамках кампании по сбору подписей мы предложили нашим гражданам организовать само по себе анкетирование, исходя из адресов, информации о которых владеют наши избиратели. И в этой части поступило уже более 2000 адресов так называемых наливаек, псевдобаров, псевдокафе, подчеркиваю, которые сегодня мы проверяем в ходе своих выездных рейдов. Составляем свой перечень, свой список, черный список тех учреждений, организаций, которые нарушают, явно нарушают закон и мешают нашим гражданам спокойно жить и отдыхать в собственных дворах многоквартирных домов. Вместе с активистами партийного проекта «Народный контроль», вместе с активистами «Молодой гвардии» мы также выходили в рейд в Волгоградской области, в Подмосковье. Могу вам сказать, что все факты, которые были изложены в обращениях наших граждан, нашли свое подтверждение. Мы приобрели алкогольную продукцию в закрытой упаковке после 23:00, что называется, без проблем. Коллеги, я еще раз подчеркну, мы поддерживаем тех предпринимателей, которые трудятся в правовом поле. Мы поддерживаем работу тех кафе, которые приносят радость нашим гражданам, а не проблемы. И, безусловно, в этой части мы готовы передать данные полученного мониторинга организованной фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, рабочей группе, профильному комитету. Отмечу, что в анкетах, кроме категоричных ответов, наши граждане и делали своего рода особые отметки о том, какие предложения необходимо внести в законопроект при подготовке его ко второму чтению. Этой информацией, я повторюсь, мы готовы с коллегами поделиться для дальнейшей конструктивной работы. Убеждена, что в ближайшее время мы будем выслушивать необходимые предложения и замечания к законопроекту. Вместе с тем очевидно, что регионы должны получить ресурсы и полномочия для того, чтобы существенно стабилизировать обстановку в данной сфере. Мнение наших граждан уже в настоящий момент времени очевидно. Ограничение, законодательное ограничение деятельности так называемых псевдобаров и псевдокафе должно наступить как можно скорее. Спасибо за внимание.